Просторные светлые помещения, новые игрушки и оборудование. Детский сад на улице Енисейской скоро распахнет свои двери для маленьких гостей. Ремонт здесь начался полгода назад. За это время в помещении сделали внутреннюю отделку, отремонтировали фасад. Сейчас завершают работы по благоустройству прилегающей территории. Детский сад рассчитан на 112 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Та очередь, которая сейчас в наше дошкольное учреждение в 386, вот на сегодняшний день детей с 3 до 7 лет мы очередь полностью ликвидировали. Сейчас детки только остались маленькие, которые до 2 лет, от рождения до 2 лет. Зданию детского сада более 50 лет. До 2013 года здесь располагалось отделение лицензионно-разрешительной работы Управления внутренних дел. В муниципальную собственность помещение удалось вернуть 2 года назад. Средства на ремонт детского сада выделены в рамках федеральной программы. Часть суммы поступила из городской казны. В середине сентября мы должны открыть еще порядка 3 садиков. Это, конечно, снимает, большую нагрузку с той очереди в детские сады, которые у нас существуют. Вся эта работа проводится под непосредственным или при непосредственном участии областного правительства. Вы знаете, что львиная доля финансирования идет из областного бюджета. Мы тоже ценим такую поддержку и вот совместно решаем задачу. В этом году в областной столице откроются 13 новых детских садов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.